Российские теннисистки соперницам аргентинкам не оставили ни единого шанса. Матчи плей-офф Кубка Федерации завершили со счетом 4-0 в пользу россиянок. Прописку в мировой группе удалось сохранить усилиями Екатерины Макаровой, Валерии Соловьевой, Дарьи Касаткиной и Елены Весниной, кстати, сочинской спортсменки. Как рассказала Елена, в последний раз в Сочи на официальном турнире она выступала больше 10 лет назад. Снова сыграть на родной земле и так успешно – более чем приятно. Принимать матчи такого уровня для города – более чем почетно. Ведь Сочи – один из главных поставщиков будущих чемпионов для сборной страны. Это невероятный шанс для нашего города. У нас всегда были хорошие теннисные традиции. Очень много мастеров спорта, кандидатов мастера, заслуженных мастеров спорта вышли из нашего города. Очень много тренеров у нас хороших детских. Поэтому у нас любят теннис и понимают его. Кстати, Кубок Федерации впервые прошел за пределами Москвы. И олимпийская площадка принесла нашим теннисисткам удачу. В Сочи матчи принимал конькобежный центр «Адлер-Арена». Лед здесь растопили и уложили качественный грунтовый корт. Турнир показал, стадион идеально подходит для теннисных турниров, а значит и для теннисной академии, которую планируют открыть на ее базе. Условия идеальные, потому что эта арена с успехом использовала все мероприятия, связанные с Олимпийскими играми. И в перспективе эта арена предполагается использовать под теннис. И я думаю, что теннис популярен среди не только спортсменов, но и отдыхающих. Это у нас лучший курорт. Поэтому я думаю, что создание здесь академии послужит просто быстрому росту тенниса и достижению успеха. А пока проект теннисной академии только на бумаге, Адлер-Арена снова готова принимать крупный турнир. В конце апреля здесь пройдет первенство России по вольной борьбе среди юниоров. Ледяной куб на целый месяц заняли кюрлингисты. Здесь прошел женский, теперь идет мужской чемпионат России. Территорию Олимпийского парка готовят к Формуле-1. На сегодняшний момент рассматривается целый ряд якорных проектов, потому что здесь на самом деле создана в Олимпийском парке Сочи уникальная инфраструктура не только с точки зрения спортивных объектов. Вокруг нас расположены гостиничные комплексы, очень удобная транспортная инфраструктура и с точки зрения прилета любых команд и их размещения. Для проведения крупных международных турниров, форумов и других значимых событий, согласно программе постолимпийского наследия, задействуют каждый из построенных к зимним играм объектов. Наследие Олимпиады даст возможность развивать туристический потенциал Сочи и шанс оставить за регионом одну из лидирующих позиций в спорте. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.